Всем привет, с вами Глеб Зиновьев. И в этом видео будет плоховатый звук, а видео будет про Майнкрафт. Да, ребят, вы дождались Майнкрафта. Сейчас вы можете наблюдать крипера из ТНТ, которого я построил. Давайте начинать, не судите строго. И сегодня у нас... Всем привет, вы на канале Максим Ленивый и на канале Глеб Зиновьев. Все. Да, совместочка с этим парнем. Да. Так, мы сегодня играем в моем мире. Да, и, ребят, вы дождались Майнкрафта. У меня сработала свинка. Заходи. Сколько серий у меня по Майнкрафту не было? Почти месяц! Ты что, не следишь за моим каналом? Нет. Ты зараза. А ты за Майнкрафтом? Я следю, я слышу, я каждое видео твои слышу. Ну тогда ладно. А, все, мы уже в мире. Так. Он в мире, я не в мире. Так логика, так как? Ребят, мы сегодня просто играли... Видите, вот вы ничего не видите, тут нет домов, я их всех спалил с моим... Ты чувствуешь очень громко как-то? Так выключи громко. Опа. Ну этот дом лучше всего спалился. Скажите, давайте его еще чуть-чуть допалим, давайте. Дверь осталась. Как бы, ребят, у нас тут полно панд. Вот это огромная да, штучка. Да, это ты их сделал. Ага. Я тебе говорил, не надо. А ты подпалил все село. Вот смотрите, ребят. Не мы, а... Слышь, я сейчас... Еще раз повтори, что я подпалил. А? Ну, повторил. Ау. Повтори, что я подпалил. Мы. Мы, хорошо. Ты уверен, что мы, да? Да. Ну, это хорошо. Не надо, тихо ты. Это... Пацан, пацан. Это нестандартное мое выживание, как я люблю. Забегай по селухе. Хочешь, давай сделаем так. Фу, уже Давай. За 2 часа. Помочь. И... Так, давай ПВП, ПВП. Нет. ПВП. Палим. Ух ты, может это тоже подпалим? Может я нажму на этот блок? Давай. Давай я нажму на вот этот верхний блок. Вот на крыше. Ну не надо. На меня хорошая идея. Ты нормальный. Еще раз меня. Слушай, а тут обнаглевший маленький житель. Привет, пацан. Че, типа, посмотрели телек. Пока. Спасибо, что зашел в гости. Даже чайка не захотел. Я пойду его искать. Панда такая его съела, вообще ненормальная. Где этот маленький зверь? О, зверь? Кошка! Кошка, короче. Ничего себе быстро. Есть... А, ну да, точно. А где этот маленький житель? А давай найдем портал Вендермир. Вендермир? Нет, не Вендермир, а это... Другой. Как-то он... Мир... Я не помню, как он называется, ну давай. Будем копать. Ну, криперов. Я буду... Каких криперов? Эндерменов. Ну, я буду копать. Паша. Отозвал отсюда! Все, копаю. У меня ничего, что деревянная кирка? Нет. А у меня металлическая, ничего. Металлическая. Железная! Ну, железная, металлическая. О, ты уже какая? Пацан, я в какой-то пи... О! Привет. Смотри! Ай, ребят, привет! Покажу! Ты там с ними дерешься, надеюсь? Нет, я от них валю сейчас. Ну так убей их, подпали. Так зачем, если я от них текаю? Короче, по приколу будем дальше копать. Выю. Слушай, я дальше-то копаю. Я чувствую, они рядом. Это у меня просто. У меня звук был. Обалдеть, у меня звук. Я, кажется, до воды докопался. Ну, тебе не кажется? Я нашел! Бум! Что ты нашел? Телепортировал? Я шахту нашел! Пацаны, это самое лучшее. Стой на месте! Тихо!
Стой на месте! Я тебя такой... Телепортни меня! Ребят, вы все это сами видите. Я никогда не находил здесь. А я тебя вообще вижу. А ну-ка тихо. Я нашел тоже шахту, не телепортировался. Я сейчас нахожусь в шахте. Стой на месте. Сейчас, я просто под водой. Ты это где? Шахта. Да, я тебя вижу. Телепортни меня. Телепортируй. Все-таки надо, да? Ну, кто же любит играть без читов? Ну, не мы. Я. Ну, тут уже нет вы. Если бы был пещер, то мне придется. Мы? У тебя хоть свет? Скажи, погибли. Там... Тихо, смотри. Настоящий парень всегда берет. Он проезд! Отвалишь! Я все говорю! Где бой? Поздравляю. Где портал? Кто его знает? Где паку? Нет. Ну, я нашел. Ну и где там? Ты забрал у меня факел! Слушай, у меня... У тебя зажигалка уже сломалась, да? Да, она ломается у меня. Я тоже подходила. Я выжил. О! Максим! Что? Тут темно. Смотри. Максим, я нашел портал. Капец, как же так? А? Я тоже сейчас, ну подожди. Ой, тут опять он. Привет! Чайку выпил? Привет! Ну как бы, да, логичный портал. Чайку выпил? Чайку вы... Короче, оставайся. Да, а ты где? Я пошел туда. Ой. О, ну как бы он тут и находится. Слушай, ты чайку выпил, да? Так что давай. Я не знаю, как нам теперь в шахту вернуться. Ну никак. Не надо делать новый микс. Ну, ребята, мы на этом заканчиваемся. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб Зиновьев. Всем пока.